сдачи едет. Документов при себе нет, конечно, никаких. Алкоголь вы употребляли перед тем, как сесть за руль? Да. Сколько выпили? 1,5 литра пива. Пиво? Только пиво, больше ничего? Да. Ну, вы же понимаете, что нельзя после пива садиться за руль? Да, нельзя. А почему сели? Дурак молодой. Немка. А? Откуда? Скулицкая. Скулицкая? Лужу, блин, нет, лужу. Да, он где-то, смотри, камеру, он перестроил стопки по правилам, и поэтому так получилось. Ты по какому ряду ехал? По левому. Вот в этот ряд я сразу с того перестроил, вот не отстал. А он ехал с этого крайнего и влез вот в то. И поэтому он влез резко, и он не успел тут водить, поэтому он сам тоже нарушил правила. Согласитесь, какая разница, да? Водитель? Я не была за рулем. Замечательно. Да, так не было, товарищ. Почему вы тогда тонируетесь? Не знаю, просто. То есть вам нравится? Да нет. Ну а почему вы нарушаете ПДД?